Интеграция регионов, сотрудничество Украины с европейскими структурами была обсуждена в ходе визита депутатов Одесского областного совета Виктора Баранского и Виталия Саутенкова в Европейский парламент. Представляя регион на встречах в Брюсселе, депутаты отметили, что Одесса имеет очень высокий потенциал для развития инновационных проектов и может стать пилотом для многих европейских инициатив. На встречах большое внимание было уделено борьбе с коррупцией в Украине, успехам децентрализации, соблюдению прав национальных меньшинств, защиты прав людей с инвалидностью. Подчеркивалось, что визит депутатов в Европейский парламент позволит расширить связи региона во всех отраслях экономики, даст возможности для развития и налаживания деловых связей. О возможности такого партнерства шла речь и в студии канала «Еврорепортер». Одесская область – один из самых важных регионов в Украине. И существует довольно много сфер, которые могут, развиваясь, поддерживать экономический рост нашей области, укреплять международные культурные связи, развивать демократию в Украине, в том числе и в нашей области, улучшать борьбу с коррупцией и усиливать децентрализацию. Наши европейские коллеги сегодня подчеркнули важность глубокой децентрализации для продолжения развития демократии, так же, как и экономического роста всей страны и ее региона. Мы обменялись нашими идеями и планируем и дальше организовывать подобные встречи для усиления связи и применения европейских знаний в нашей стране, в нашем регионе, для того, чтобы дать больше сил региону, как экономических, так и политических, и чтобы улучшить как общее экономическое развитие нашего региона, так и благосостояние населения Одесской области. Депутаты уверены, что сейчас должно активно развиваться сотрудничество регионов, а не только государств. Этому должно послужить и проведение в Одессе в сентябре этого года Черноморского экономического саммита. Планируется, что участие в нем примут страны Черноморского бассейна и регионы реки Дунай. Мы планируем провести Черноморский экономический саммит 5-6 сентября этого года. В нем смогут принять участие не только страны, находящиеся возле Черного моря. Мы планируем пригласить страны региона реки Дунай. Вместе мы пытаемся построить партнерские экономические отношения для возможного создания совместных бизнес-проектов. Для того, чтобы рассказать о наших возможностях как логистического центра. Ведь Одесса находится между Черным морем и рекой Дунай.